Автомобили хоть и ретро, а до места добрались своим ходом. Всего представили 7 отечественных раритетов, в том числе «Москвич» – гордость советского автопрома. А ГАЗ-67 – это уже легенда, 44-го года выпуска. Исколесил не одну сотню километров фронтовых дорог, а выглядит, как будто только что сошел с конвейера. Как и ГАЗ-69, его нынешний владелец Владимир Осипов обнаружил машину в одном из дворов. Он лежал на боку. В таком ужасном состоянии, у него там и крыша была приварена с москвича с какого-то. Вот. Все это срезали. Вот. У меня приятель хороший, который мне очень помог в восстановлении. На выставке ретро-автомобиля можно было не только посмотреть, но и посидеть за рулем и сфотографироваться на память. Арина Макарова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.